не было вот момента ни одного, когда мы делали, потому что надо делать. Не было у нас такого, что мы закрылись на студии, бах, и сделали. Все это было как по жизни, знаешь, вот. Всегда был подход такой, я, если шел настроение, и, там, эта песня сейчас играла, и она больше всего располагала, я играл ее на фортепиано Антону, он входил в атмосферу, и мы начинали работу в сию секунду. Мы даже записывали вокалы с включенными колонками, то есть не было даже наушников одеть. Условия записи были для кого-то катастрофические, для кого-то... Для нас это было нормально, приемлемо. Мы записывали в полностью стеклянных даже комнатах. Мы экспериментировали. Мы хотели чего-то своего. Вот, и в принципе, вот так и создавался альбом. Поэтому он делался долго, он делался 2,5 года. И, конечно, он мог гораздо быстрее возникнуть, но так бы, мне кажется, было неинтересно. Так у каждой песни есть своя выдержанная история, своя подача и свое настроение, совершенно разное, но при этом объединяющее все песни в одну концепцию, в один путь. Ребята, давайте начнем с того, что... Ура! Это уже сейчас скоро произойдет. Это прекрасно. Люди есть, нас ждут. Будьте уверены, потому что мы с вами провели колоссальное количество репетиций, и сегодня все звучало отлично. Смелые глаза, максимум себя, все у нас обязательно получится, я уверен, максимально кайфаните от публики, дайте публике кайфануть от вас тоже. Сделаем фейерверк, так чтобы весь этот Киев услышал нас, и вот там, и вот там, и вот там. И полицию пускай вызывают, будем петь для полиции тоже. Что еще вам хочу сказать? Я предлагаю сжаться нам в одну такую команду, люди, которые сейчас будут на сцене. Да? Просто помолитесь своим богам, потому что это важно. Пусть они помогут всем сегодня сделать свой концерт. Да? Готовы? Да. Хорошо. Ну вот там, начиная с «Мудрых деревьев», первый трек, которым я все-таки решил открывать альбом, он реально такой интрушный, и он задает тон и настроение всему альбому, потому что в нем есть стремление, и вот этот юношеский максимализм, который не угасает ни у одного из нас. Там первый год перебывания мой в столице, когда ты пытаешься зацепиться, ты карабкаешься, у тебя ничего нет, абсолютно ничего, кроме твоей розовой мечты. Ты понимаешь, что никто тебе ничем не поможет, кроме самого себя, и приходят такие, ну кто поможет? Помогут мудрые деревья, поможет небо, земля, все, что вокруг тебя. То есть пеняй сам на себя, действуй, иди вперед и рисуй рассвет мечте. Все начинается с мечты, поэтому рисуйте ей рассветы. И у меня примерно так произошло, поэтому вы здесь, мы здесь. Поэтому имею честь все рассказать конкретней. Я вижу, что заждались и готовы все вокруг. Что, ребятки, дайте звук. Сотни раз скажут, может, что никто ничем не поможет, но я же знаю, что мною движет, вот как я это вижу. Все!
знаю, мудрые деревья помогут мне первыми, что был ее такой зеленый взгляд, больше зеленого дать вода, и небо не забудут меня, все цветы, цвета разбудят и я. Поможет, но я же знаю, что мой движет. Вот как я ее вижу, я вижу одетую в солнце, идущую в танцы. Не тембр, а краски, улыбка без маски. И чтобы видение было верным и слышать, как от счастья дышит, мы среди лучших станем первыми. Я разобьюсь, но добьюсь. Слышишь? Слышишь, Киев? Слышишь, рушатся скалы, расходятся моря, небо ревет океаны, землетрясения. Слышишь, рушатся скалы, расходятся моря, землетрясения. Все стираю, любя. Вечер, уважаемые дамы и господа! Спасибо вам большое, что несмотря на дождь и все какие-то такие непонятные вещи, которые сегодня происходят, вы все же здесь, и вас так много, и нам так приятно. У нас сегодня большое событие, мы празднуем день рождения второго сольного альбома «Монатик». Он называется «Звучит». И мы очень с ребятами постарались для того, чтобы прозвучать максимально по-живому, максимально честно. Сегодня очень особенный вечер, и каждый, кто собрался здесь, особенный для нас. Поэтому давайте закружим эту крышу максимально. Потом была песня «Кружит». «Кружит», кстати, тоже была записана где-то в районе 3 лет назад. Это всегда... Ну, я знаю, что женщины мужчин мотивируют очень сильно. И никто с этим не может из мужчин поспорить. Женщины вдохновляют на все. Головокружительно. И мы пока создавали этот трек, тоже так накачались головами просто, что... Припев возникал сам по себе. Так особенно. О, ты так особенно. Так особенно
сегодня чувства кипят и говорят, я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят и говорят, я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят и говорят, я не вижу их. Ведь занят мой взгляд. Картины пошли, фантазия пошли. Но что ли чувствами залит, что глаза мозолю. Картины пошли, фантазия пошли. Эй, ты что ли золотом лита? Что глаза мозолю. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Спасибо большое. Как вам песня? Класс. Все, значит, будем снимать на нее видеоработу однозначно. Спасибо вам за такую приятную реакцию. Вот, вы знаете, я признаюсь честно, дождь падал, но я не переживал. Я знаю, что люди, которые пришли нас послушать, знают, что если вместе мы будем терпеть дожди, нам будет гораздо легче летать. Мы сегодня здесь. Реально, как будто в полете. Это прекрасно. Спасибо ЗРУ за то, что придумали такое место. Мы очень рады здесь быть. Ну что, попробуем без Ани Седокова это сделать? Я думаю, у нас должно получиться. Я написал ее после очень серьезной сварки с очень важным человеком, поэтому первое, что наговорил глупостей, наделал всякого ненужного там в состоянии аффекта какого-то и... И потом, конечно же, ты задаешь себе вопрос, как же я выгляжу. Поэтому, чтобы больше не забывать о своих ошибках и всегда и учиться на своих ошибках, просто вот этой песней запечатлил эту эмоцию, чтобы больше ее не возвращать. И будь тише. Если вместе терпеть дожди, будет легче летать. Будем вместе терпеть дожди. Будет легче летать. Как же я выгляжу? Что я сейчас решу? Столько слов выбросил. Здесь тесно, очень тесно мне.
колется серый дым, колется мысли с ним. Ты же все, что было у меня, это честно, да. Будет легче, это истина. Я вам немножко расскажу вот песню, которую мы сейчас сыграем вам. Она называется «Путь», так символично. Это самый первый трек, с которого, в принципе, начался вот наш путь под названием «Звучит» с Антоши Челеби. Да. Мы сделали этот трек и поняли, что, о, ну что, начинаем второй альбом. Вот этот путь прошел, вот вы здесь. У нас большой праздник. Давайте все сейчас впустим музыку максимально в наше сознание. Пусть она отыщет путь в наши сердца. «Путь» получилась очень интересная. Она очень оригинальная какая-то такая. Хотелось создать какую-то такую плавную, непонятную ауру захвата
мужской головы женщиной. Вот как она входит, вот эти смазливые звуки, вот эти непринужденные удары барабанов, как сердце, и танцы другие, не такие, как под все песни, но «Путь» — это... Ну, это начало «Монатик» звучит, второго альбома. Это реально то, откуда все пошло дальше. Представляешь,
с этой песней мы можем сделать дуэт с квестами, с Quest Pistols. Для нас это было вау-вау. Это очень круто. Когда они только возникли, они реально показывали, мне кажется, очень большой пример многим артистам, как нужно работать, насколько нужно быть оригинальными. И у них был очень интересный материал современный. На самом деле Дима песню «Мокрая» написал еще в школе, как он рассказывал. И вот получилась «Мокрая», такая вот, да, вот такая песня, которая в итоге очень многих цепанула, очень многих на себя подсадила, и я этому крайне рад. Песня взята реально из жизни, да как и все песни. Думаю, все мы видели с вами мужчин и мокрых девочек, правда? Дождь нас не намочил сегодня? Но зато нужно быть мокрыми от танца. Солнца мало, а солнце — это витамин D. Ни для кого не секрет, нам нужно побольше его получать. Вы понимаете, да, о чем речь? Или я один мокрый на этой сцене, Рожестер? Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет. Дождь намочил ее полностью всю сегодня. Пока вы на этой крыше, в поле зрения моего, сегодня никого нет выше. А! Все хотят лишь одного. Пока вы на танцполе, в поле зрения моего, это мистика, что ли? Все хотят лишь одного. Пока вы на танцполе, все отсюда, все наши. В голове лишь один вопрос, ай. Ну где же ты была? Давай без фальши. Дальше, больше. Ты вся промокла, как я. Побудь здесь дольше. Еще немного, еще чуть-чуть. Еще немного дольше, дальше проще, а ты увидишь сама. Столица, ты увидишь сама. Вы готовы? Все! Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет. Дождь намочил ее полностью, всю. Мокрая девочка. Красивая, описать, насколько не хватает слов и силы, не хватает без тебя уснуть, невыносимо как минимум, пока держусь. Песни про любовь так надо, еле пропустили дождь и прометили. Про танцполы, дискотеки, до пульса потери, прополетели и пробили. Про тебя не суть, и я пишу, означает ли, что я сейчас с тобой дышу? Возможно, я невозможно влюбчивый, но сегодня пропускаю все. Лишь тебя сегодня вижу, ночь мне помогла, я готов тебе помочь. Я никого еще не видел краше, эй, ну где же ты была? Счастливые лица, эй! Не пластика, мистика, мокрая, не танцуй, а летай. Все, давай продолжай. Не пластика, мистика, мокрая, не танцуй, а летай. Все, столица, давай продолжай. Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет. Дождь намочил ее полностью. Все.
покажи, как надо. И здесь справа, давай продолжай. И там далеко, вы же тоже с нами за столами. Давай продолжай, все, все. Возникла «Упали в любовь». Мы не знали, какую ее делать, то ли быструю, то ли медленную, то ли какой бит там должен быть. Но потом появился вот этот бас, пам, пам-парам-пам-пам-па. И я понял, что это какая-то латина. Написал я ее в теплых краях, поэтому там есть эти слова «били волны дикие», «был тобой, упитый я», вот, потому что там реально были волны, они были большие. Ну, все писалось вот так, как есть. Ну и плюс в этом есть очень правильный посыл. Я бы очень хотел, чтобы жизнь часто подбрасывает такие непонятные ситуации, и приходится падать больно, ударяться сильно, подниматься сложно. И в этом есть такое желание просто каждому, чтобы если падали, то только в любовь, а если ударялись, то только в танцы, чтобы это было самое больное, что происходит. А это совсем не больно, а очень даже полезно. Все наши иностранцы упали в любовь и ударились в танцы. А мы в любовь упали, когда бит ударил. Поднимаюсь выше каждый час. Роняли память, забывали поднять, но могли замять все, что ранит нас. Там били волны дикие, был тобой убитый я. Было место дикое, и незаметно тихое. Падаю ноги, неужели сон? Остановились ли в него не сон нас? Не поймали эти дожди, и мы любовью упали, когда бит ударил. Упали в любовь, да, проблемы, суки, нам жали руки. Запрещали быть честными, так хотели, чтоб тесно, но мы в любовь упали, когда бит ударил, дарила столько мне сил, уносила. Там били волны дикие, был тобой убитый я. Было место дикое, и незаметно тихое. Падаю в ноги, неужели с вами
выше земли. Так, чтобы видели, но достать не смогли. Под жаркие ритмы. Все, все, все. И вот здесь, и там дальше упали в любовь. И ударили танцы. И вот вы, дамы и господа, и там далеко VIP-сектор. Все, все упали в любовь и ударили танцы. И вот соседи там тоже смотрят. Вы тоже все под этим любовь. Упали в любовь и ударили танцы. Спасибо вам, дамы и господа. Падайте в любовь, ударяйте в танцы, это не больно, а очень даже полезно. Виталик, а давай создадим атмосферу. Нет, сейчас не то. Вы знаете, весь список песен мы поменяли, поэтому иногда приходится копаться в голове. Ну и что, это живьем. Так, упали в любовь, докачали, потом идет еще один. Это вообще песня, мне кажется, что... Не нужно долго о ней рассказывать, она полностью передает то состояние души и то, что происходит внутри. Это какая-то и злость, и какая-то тревога, и непонимание того, что происходит, и непонимание, кто виноват в том, что происходит. Альбом тоже он начинался в мирное время, а закончили мы его во время войны, как бы это... Грустно не звучало, но это факты. Война очень сильно повлияла, я думаю, на многие сознания, на мое в том числе, и на Антона. Поэтому такая песня, как «Еще один», она была неизбежна в этом альбоме. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы таких песен рождалось поменьше. Мне очень жаль, что столько времени прошло с ее написанием, а она до сих пор актуальна, к сожалению. Но и пусть она останется надолго в нашем альбоме, чтобы мы просто даже могли вспомнить наши же ошибки или учиться на чужих. Нас поругать пытаются, и столько всего сегодня внедряют. Кто бы мог подумать, что в такое время будем жить? Я искренне считаю, что мы все с вами едины лишь только потому, что мы люди. И сегодня такое время, когда мы как никогда ранее должны быть людьми. Не люди и так выше крыши, и их это не касается, они нас не услышат. Давайте будем вместе, дамы и господа, несмотря ни на что. А давай вместе будем, мы же люди, слышишь, наши сердца в унисон стучат. А давай вместе будем, мы же люди, слышишь, наши сердца в унисон. Еще один день и положу свою тень на их ворот. Еще один неверный шаг, он нажимает на свой курок. Еще один из непонятных депутатов дарит свой закон. Еще один герой погиб, второй допивает свой флакон. Еще один хочет быть идолом. Еще бы. Еще одни стереотипы. Еще бы. Еще одни скупают титулы. Еще бы. Еще одни скупые игры. Видишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не мы, это мир сходит с ума. Ой, мама! Еще один самолет не посетил свой аэропорт. Еще один руль повернул неверный поворот. Еще один лишь только толстый находится в отключке мозга. Еще одна мечта разбита, еще одна дверь закрыта. Еще один хочет быть идолом. Еще бы. Еще одни стереотипы. Еще бы. Еще одни скупают титулы. Еще бы. Хотя на самом деле, а увидишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не я, это мир сходит с ума. Видишь сама, это не мы, это мир сходит с ума.
бьют, нас бьют, но мы стоим с вами. Все нормально, скоро упадут сами. Нас бьют, нас грязью поливают с вами. Все нормально, скоро в грязь превратятся сами. Оу, не подумали, забыли. Они забыли, что у нас есть сила, Украина. Все, а давай. Давай будем жить, жить каждый миг сейчас. Пока добирался к студии, три раза переписал, и возник вот такой стих, который мы в итоге слышим в припеве этой песни. Такое вот как бы послание даже самому себе, что пора бы немножко сбросить вот эту серость и немножко увидеть вот яркость, свет. Ого, у меня всегда мурашки от этой песни. Я помню еще, когда Дима играл ее просто под фоно, и я уже слышал, что это класс, это, ну, это супер песня. Эта песня напоминает о том, что жизнь дана одна, и для того, чтобы ее жить, делать это сейчас, и делать это ярко, а не тратить ее на ненависть, какую-то незаслуженную, на гнев, место которому в голове вообще быть не должно. Виталик, я говорю так много, хочется уже, чтобы ты украсил мой разговор каким-то правильным. Правильной какой-то аурой такой. Давай. О, красиво. Дамы и господа, я благодарю всех и каждого лично, кто сегодня к нам пришел. Я надеюсь, вам нравится наше шоу. Я надеюсь, вам с нами хорошо. Если да, то дайте вас еще раз услышать. Еще громче. Еще выше! Очень красиво. Если вы забыли, мы напомним. А если вы не знали, то сейчас узнаем. Как бы там ни было, мы засияем. Давайте вместе дружненько подпеваем. Попробуем. Засияем! Засияем! Мы засияем! Засияем! Еще! Засияем! Я. Да. 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 Я. Да.
закрыли. Давай, давай придумаем, как оказаться там, где пока нет нас. А завтра обязательно будет спешить, привычка разбудит нас. Давайте все передумаем, ведь мы будем жить, жить каждый миг сейчас. Красиво получается. А давайте попробуем. Лихие серые мутни закрыли все, что еще не нас. Давай, давай придумаем, как оказаться там, где пока нет нас. А завтра обязательно будет спешить. Спасибо вам большое. Ничего себе. Действительно, второй альбом. Я уже совсем забыл. А вы же... Вы же согласитесь, что среда — это маленькая пятница. Я знаю, здесь наши люди, мы все так считаем. И что, завтра четверг? И что нам на работу, и мы все трудоголики здесь сегодня. Давайте, раз уж такая выдалась вечеринка, максимально пустим музыку в сознание. У нас так мало выходных в последнее время, да? Вот давайте сделаем вид, что у нас завтра действительно выходной, и сейчас уже отдадимся максимально. Ребятки, давайте выходной покажем. Интересно, люди перепевают, я вижу, сейчас очень, ну, пошла волна, и люди подхватывают выходной, и кто-то поет ну, а там на самом деле идут как бы слова Almighty God, о всемогущий Бог, как же я давно эту ночь ждал. Это сэмпл из библиотеки гасполовских американских, афроамериканских хоров, или хоров, как правильно. Как бы морально я не устал или физически, занимаясь любимым делом, я не могу назвать это усталостью какой-то сложной. Потому что когда ты приходишь домой, видишь кровать и падаешь мертвым, образно говоря, от усталости, это такая кайфовая и приятная усталость. Ты просто улыбаешься от того, что ты сегодня успел сделать, и как это было классно. И как классно, что... И как прекрасно, что это время ты потратил на то, о чем там 6 лет назад ты мечтал. Ты реально сегодня в этом. Ты тратишь время на это, а не на что другое. И это, ну, лучше не придумаешь. Поэтому выходной у меня каждый день, и песня возникла очень легко. Хо. Выходной. У всех выходной! И контроль на ноль. Контроль мой на ноль, и ждать не стоит, не стоит, не стоит, не стоит, не стоит. Мы все
все куда-то спешим. А мой рабочий стол не хватит мысли одной. Сегодня мой выходной, я бы потерял контроль с тобой. Контроль мой на ноле, ждать не стоит. Кажется, мечту узнал. Чего пьёшь? Спасибо вам огромное, вы. Боже! Воу, под костюм. Ну и завершить альбом мы решили песней «Вечность». Я был бы рад вот, написать такую песню и посвятить там своей любимой девушке. Но у меня есть жена. Я бы уже не с удовольствием с этим вот такой песней. Считаю, что когда человек находит свою вторую половину, он находит свою вечность. Потому что в итоге вы имеете возможность создать семью, сделать ее больше. Потом она станет еще больше, со временем еще больше. И вот так вы продолжаете себя каким-то образом, уже когда даже вас нет, ваши сыновья и ваши внуки все равно напоминают о вас и продолжают вас. Поэтому, находя вторую половину, вы находите свою вечность. Я как-то так подумал, и поэтому возникла эта песня. Вы не представляете, как мы ждали эту ночь, как мы ждали этот вечер. И мы так благодарны вам искренне за то, что разделяете вот эту радость вместе с нами. Альбом получился не длинный, потому что я сам, честно признаюсь, не люблю, когда очень много песен в альбоме. Он должен проходить на одном дыхании. Я очень надеюсь, что он вам понравится и придет по вкусу, и найдет свое место в саундтреках ваших дней. Мы сегодня звучим почти на весь Киев. Классно! Вы знаете, я искренне желаю всем, кто сегодня пришел, найти свою вечность. Потому что так как мы продолжаем наших родителей, наши дети потом продолжают нас, и в итоге мы вечно, благодаря нашим
самым родным и близким людям. Поэтому я говорил и буду говорить всегда. Виталик, можешь дать какую-то романтическую ауру красивую? О, оно! Вечер. Вы можете даже поднять ваше сияние немножко в телефонах, чтобы все вокруг соседи увидели, что у нас здесь звездный зал. Сегодня вы звезды. Ой, как красиво. Спасибо. Я вам желаю дышать любимыми на полный легкий. О, еще. Какая красота. Спасибо. Вот это вечность. Вот это оно. Say I. О, дары бокалов неизвестных быстро шли ко дну. В шумных местах искали тех, с кем полюбим тишину. Я думал, искать буду вечность. Думал, искать буду вечность. Так и произошло. Кто, где, а я нашел здесь. Кто-то остров, кто-то вечер. Выезжай, выйди на дорогу. Выезжай.
спасибо всем, кто сегодня здесь с нами. Мы запомним этот момент навечно. Ваши глаза, ваши руки, ваши унисоны вместе с нами. Мы очень старались и сколотили очень интересную команду. Я бы хотел, чтобы вы поаплодировали нашим скрипкам. О! Мариана, Эдуард, Андрей и Сережа. Спасибо вам. О! Духовая секция у нас здесь находится. Саш, покажешь? Оу! Алексей, ваша очередь. Гитарист, который прячется. Может, ты хоть немножко покажешь себя? Он предпочитает показать гитару. О, за клавишами Виталий. Это человек, который расписывает партитуры, дамы и господа. Он же у нас сегодня и клавишник. Давайте отдельные аплодисменты. Ага. Сердца нашего коллектива. На басу Ира. Невероятная и непревзойденная. О! С красивенной улыбкой. А ну, Жека! Дамы и господа, этот красивый молодой мужчина Женя. Он сегодня сердце, он наш бит. О-о-о! А это Ли-Дали и Марго, очаровательные дамы, которые сегодня с нами вместе вытягивают все мои ноты. Еще один очень важный человек, ключевой. Дамы и господа, это Антон Челеби. Говорят, что двух отцов не бывает, но вот второй отец альбома «Монатик» звучит. Саунд-продюсер, потрясающий, гениальный. Давайте отдельный, Антон, спасибо. Мы это сделали, ура! Ну и я, ваш покорный слуга, Дмитрий Монатик. Спасибо вам за то, что пришли к нам. Подарите аплодисменты друг другу за то, что вы здесь. Спасибо вам. О-о-о. Спасибо. Спасибо. Признаюсь честно, что у меня были переживания небольшие, потому что все равно вот, без веры, что все получится, сложно что-то начинать. Я верил. Но и переживания — это тоже очень полезная штука, потому что они мотивируют. Здесь закат, просто целый день шел дождь. Моя вера была уже на волоске от того, что вот именно состоится концерт без дождя. Без дождя, конечно, крыша краше. И я ее видел без дождя, и это совершенно другая история. Ну и дождь — это
не совсем комфортная среда для музыки, как мне кажется. И наблюдал закат, крыша, центр города, куча людей. И, блин, это эмоции супер просто. И вот в итоге получился вот такой альбом из 10 песен. У нас были еще песни. У нас были песни, которые реально в альбом не вошли. Ну, потому что они немного не подходили под историю. Они выбивались чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево. А здесь у нас есть четкий, правильный альбом. Но я думаю, что они попадут в третий. Вот, потому что, вот честно признаюсь, он уже в голове у меня полностью написан. Нам сказали, что крыша еще немножко открыта, поэтому мы решили. И вы все здесь еще разок, да? Я так хотел попробовать вот эту штуку. Классная штука. Коль, давай. Жека, словишь? Вы готовы? Просто от души, правда. Очень хотел попробовать, пока смотрел на Антона. Хей, хей! Пока вы на танцполе. Это мистика, что ли? Пока вы на танцполе. Все отсюда, все наши. Эй, в голове лишь один вопрос. Ну где же ты была раньше? Давай без фальши. Дальше, больше. Ты вся промокла. Побудь здесь дольше. Еще немного, еще чуть-чуть. Совсем немножечко еще. Немного дольше. Красивые. Описать, насколько не хватает слов и силы. Не хватает без вас уснуть. Невыносимо, как минимум, пока держусь. Если про любовь так надо, еле пропустили дождь и промечили. Про танцполы, дискотеки, допустим, потери. Про полицию и про привели. Про тебя, если ты, я пишу, означает ли, что я сейчас тобой дышу? Возможно, я невозможно влюбчивый, но сегодня пропускаю все юбочки. Лишь тебя сегодня вижу, ночь мне помогла. Я готов тебе помочь, я никого еще не видел краше. Где же ты была? Что ли? Все хотят лишь одного. Не пластика, мистика. Мокрая, не танцуй, а летай. Все! Да? Давай, продолжай. Не пластика, мистика. Мокрая, не танцуй, а летай. Хью, давай, продолжай. Все! Давай, продолжай. Не пластика, мистика. Мокрая, не танцуй, а летай. Все! Давай, продолжай. Давай, продолжай. Мокрая девочка. Мокрая девочка, сохнет. Дождь намочил ее полностью.
Эй, Open Kids, а ну-ка давайте покажите, как надо, что вы там спали. Вот так, вот так. Эй, эй, эй. Красиво, красиво. И вот здесь все показываем. Вот так, вот так, да. Вот так. Можно не петь. Спасибо. Вам понравилось?
Спасибо вам, всем и лично каждому, кто сегодня здесь. Поклон от нас. И я уверен, что мы с вами совсем скоро встретимся. Спасибо за то, что вместе с нами провели. Монатик звучит в путь. И я надеюсь, что он будет жить красивую жизнь благодаря вам. Спасибо.